перекрыли торговлю паленым спиртным. Крупную партию 1400 бутылок водки и 400 бутылок портвейна вывезли из торговой точки на улице Песочная Фрунзенского района сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ОМВД. Причины изъятия — торговали без лицензии и необходимых сертификатов. Это только часть полицейской операции «Алкоголь», которая в течение недели проходит в регионе. Что делать с изъятым спиртным, решат позже. В настоящий момент проверка не завершена.